В 2024 году в Калмыкии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано 117 километров автодорог с использованием современных технологий и материалов. Так, участок трассы Элиста-Арсгер «Минеральные воды» протяженностью более 12 километров будет отремонтирован с применением современных асфальтобетонных смесей. Это позволит повысить прочность и износостойкость дорожного покрытия. В настоящее время подрядчик ведет работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона. Трасса имеет важное значение для транспортной связи и логистики со Ставропольским краем, а также для туристического потока из Калмыкии в Кавказский регион. При ремонте участков дороги регионального значения Малодербет и Большой Царын общей протяженностью 26 километров будет использована стыковочная битумно-полимерная лента. Ее применение предотвратит образование продольных трещин и раскрытие стыковочных швов, повысив долговечность покрытия. Применение инновационных решений предусматривается на этапе проектирования объектов дорожной инфраструктуры в Калмыкии. Использование передовых технологий и материалов при реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» позволяет повысить экологичность, долговечность и качество дорог, а также сократить сроки строительства.